Тут столько мерседесов, слушайте, кого бы не наказать на своей BMW M3? Ну что ж, BMW M3, CLS и C-класс. Раз, два, три. Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова Причем Лестер, это у нас пацаны МТА провинция, 6-й сервер, ссылка в описании, можете перейти, скачать и играть вместе со мной. А сегодня у нас будет довольно-таки интересный ролик, потому что сегодня, ребят, я поеду и прокачаю свою машину, которую как бы я сделал в прошлом ролике. То есть это моя машина из реальной жизни, ну как бы она у меня в реальной жизни уже вся разбита, то есть я уже попал в ДТП. Но как бы на провинции она пока что у меня целая. Так что, друзья, давайте просто по данному ролику наберем, ну, 1500 лайков. И в данной серии я постараюсь сделать самую быструю BMW M3 E92 или сделаем дрифт корч. Короче, пацаны, посмотрим, мы или делаем дрифт корч, или же, пацаны, просто драг корч. Так что, пацаны, сейчас мы едем в банк, берем бабки. Так, бомж, уйди, пожалуйста, спасибо. Залетаем вот так бочком, аккуратно. Все, заехали. Культурно самое главное. Блин, какая же она шикарная, боже мой. Все, заходим теперь мы в банк. Опа, что за суета тут у нас происходит? Саламу алейкум. Я вас понял. Ага, какая-то скучная, пацан, суета. Так, тут у нас тоже какой-то бомж Машка сидит. О, девушка, привет, как ваши дела? Может нас прокатать на моей BMW M3 E92 на Stage 2? А? На черный. Так, все. Теперь мы делаем вот так вот. Вы в этом уверены? Пацаны, понятно. Походу, я не симпатичный. Окей. А, услуги ЖКХ, оплата наличными, конечно же. Налоги наличными. Все. 4 баксов, миллионов, миллиардов. Все, снимаем. Ой, 4. Правильно? Правильно. Все, пацаны, теперь полетели. А у вас есть оружие? Да нахуй мне твое оружие, блядь. Понятно. Понял. Меня, пацаны, заткнули. Окей, поехали дальше. Я просто хочу, пацаны, чтобы Мерседесы, CLS, C-классы просто оставались позади, чтобы вот данная BMW просто всех, всех и вся дергала. Просто это моя цель, и мы это в данной серии, пацаны, сделаем. И еще, я думаю, что погоняемся. Вот так бочком, мяу-мяу-мяу. Оу. Думаю, что за такой дрифт надо... То есть вы обязаны даже поставить лайк. И если что, пацаны, мой ник на провинции Руфус Смит. Играю я на 6-м сервере, как бы просто напоминаю то, что я играю на 6-м сервере провинции. Ссылка в описании, так бочком, рачком, мяу-мяу-мяу. И налево, бочком. Воу, блин, как же она на стоке, даже на стоке она валит боком. Прям жестко, так прям приятно. Опа, опа, минус подвеска, ну ничего страшного. Так, тут что происходит, опа, авария. Может вас подвести девушка на BMW E92? Опять она. Расход. Какой расход? Прикалываешься? Расход. Не, я-то просто с ней должен был в лоб-лоб лететь там, возле таксофарка. Но да? Мы разъехали. Но тут я ей в жопу дал. А прям так? Жестко или как? А, понял, хорошо. Пацан дал девушке под жопу. Ну, ничего такого особенного, как бы. Мы это как бы на провинции видим почти каждый день. Так что залетайте на провинцию, ссылка в описании. Так, налево. В столб. Лестер, его дела в комментариях не забываем, ни в коем случае. Поехали дальше. Нормально, объехал, объехал. Налево, налево. Воу, это было очень-очень красиво. Так, друзья, вот мы уже подъезжаем, почти подъехали. Так, оп, оп, оп. Все, починили машину и поехали мы дальше, собственно говоря. Так, настройки, пакет тюнинга 1, базовый. Поехали. Покупаем 300к, боже мой, деньги уходят, деньги уходят. Так, скорость. Скорость. Дальше, пакет тюнинга. Управление, баланс. Хм. Хм. Лям. Покупаем скорость, конечно же, ты что? И покупаем баланс, но нам не хватает. Я вас понял. Давайте тогда сделаем ее, не знаю. Пониже, что ли, сделаем тебя, зайчика? Да, давайте сделаем ее еще ниже. Вот так вот, чтобы она прям валялась на полу. Так, все. Теперь нам надо, знаете, что сделать, пацаны? Стайлинг. Я не знаю, что нам сделать, но давайте хоть что-то сделаем. Золотой. Я шо? А, у нас меняются ноздри. Понял, понял. Давай тогда сделаем вот так вот, что ли. Черный глянец. Черный мат у нас, да, стоит? Да. Так, ладно, фары у нас понятно, все понятно. Это что? Это сиденье. Колеса. Может, пацаны, поменяем диски? Или не надо? Ну что ж, BMW, ты готова к выезду и к наказанию мерседесов? Но я голодный в игре. Так, ну что ж, вот мы и выехали. Заниженная.
Посмотрим, насколько как бы она изменилась. Так. Ну, слушайте. Она... Ну, намного быстрее. Не прям вау, но она быстрее. Окей, блин. Я тебя понял. Окей, так, давайте починим ее. Поехали дальше. Теперь включаем аварийки, самое главное, потому что мы на аварийках. Мы в аварийной ситуации, и я въехал. Фура, отойди, отойди. Минус бампер, да? А где радиатор? А где интеркулер? Что за бред? Воу! Нифига себе она валит по BMW M5. Жди меня там, не двигайся. Сейчас я быстро починюсь и к тебе приеду, подожди. Так, пацаны, все, полетели теперь мы к BMW M5. Сюда иди. Воу, как же она боком валит, пацаны. Оцените дрифт от 0 до 10, просто в комментариях. Пацаны, давайте, смотрите. Вот так залетаем, и сюда залетаем. Сергей, привет. Бро, привет, ты тут? Бро. Эй, мяу, кись-кись, мяу. Алло. Ты в АФК, я тебя понял. Хорошо, он, пацаны, в АФК или он вышел? Нет, он в АФК. Окей, тогда поехали, пацаны, в одно очень интересное место, на которое собираются стритрейсеры, так сказать. Как же она боком валит, просто гляньте. Воу! Я, походу, приехал по адресу. Так, CLS и C-класс. Сейчас мы кого-то, пацаны, накажем. А ну-ка, сюда идите. Come on, everybody, как говорится. Сюда идите просто. Налево пошел. Воу, что тут происходит? Подождите, так. С кем? Опа, тут столько мерседесов. Слушайте, кого бы мне наказать на своей BMW M3? Тут столько всего интересного. Кирилл, стой. Кирилл, стоять. Блин, стой. Или нет, я его догоняю. Обгоняю. Или нет, я не знаю. Воу. Занесло, завертело, и они просто улетели. Так, давайте спросим. Ничего, а ты? Поехали, встанем. Мне интересно. Поехали, говорю, встанем. Пацаны, ставим как бы ставку в комментариях быстро просто. Кто кого обгонит? Как, вот как вы думаете? CLS моя или C-класс? Блин, нам нужна ровная, просто прямая. Ну что ж, BMW M3, CLS и C-класс. Раз, два, три, поехали. Опа, поехала, родная, поехала. Просто сюда, просто. Чё? А чё я так улетел, блин? Чё просто? А где они, в смысле? Они где там остались-то? Так, стопэ. Стоять, тормози, бро, тормози, пожалуйста, тормози. Так, налево. Они там, пацаны, попали в аварию, но как бы BMW M3 просто всех, абсолютно всех, сделала. Просто, понимаете, просто, вот просто, понимаете, пацаны? Вот что бывает, когда встаешь с BMW M3, как говорится, да? Поехали теперь перевернем аккуратно. C-класс. Почему бы нет? Опа, нормально. Так, раз, два, три, поехали. Давай, просто уходим, уверенно, просто сюда. Пока, бро, просто пока, ну, просто пока, вот реально. Какая же ты у меня быстрая, просто пока, я вас не вижу, пока, аккуратно, о, бочком залетаю. Я вас не чувствую, пока, а, догоняет, что ли? Пипец мне, все, мне пипец, мне кранты, все. Там вода, стой, там вода. Я остановился. Друзья, ну что ж, на этом у меня все. Если вам данный ролик понравился, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, подпиской. Все, пацаны, всем удачи, всем пока и до скорых, всем встреч. Данная М3 просто наказала сегодня всех. И будет наказывать, пацаны, всех.